Добрый день, друзья! Я решила сделать маленькое видео из офиса, чтобы было понятно, как правильно делать верификацию Umbrella. Это главный вопрос для нас, для россиян. Почему? Потому что сделать неправильную отправку документов сейчас вы теряете одну возможность. Нам дают ограниченное количество возможностей загрузки документов. Поэтому лучше делать сразу правильно. Я сегодня в офисе специально говорила с администрацией по поводу нашей российской ситуации. Итак, у нас у всех российские паспорта. Три позиции. Первая позиция – удостоверение личности. Всегда нужно, чтобы была латиница. То есть вы должны грузить страницу свою там, где у вас латинскими буквами прописано имя, фамилия. Если нет паспорта, заграничного паспорта, годятся права. В крайнем случае, когда нет ни того, ни другого, первую позицию вы тоже заполняете тогда первой страницей российского паспорта. Но это неудобно, потому что дополнительно нужно будет через e-mail подтверждать латинскими буквами вашу фамилию. То есть вот этот паспорт, который у нас заграничный, это удостоверение личности, позиция номер один. Позиция номер два. У нас проблемы с верификацией адреса проживания. Позиция номер два для россиян. Вот эта страница. Российский паспорт, вот эта страница, хорошо отсканирован так, чтобы хорошо читались номера ваши, вот эти цифры, да, которые вот здесь у нас пробит наш паспорт. Обе страницы вот эти должны быть видны. И позиция номер три, это вот эта страница паспорта, ваше проживание, где зарегистрированы вы. И чтобы был виден вот этот ваш номер. Дальше, обязательно вот три позиции сейчас согласовали таким образом. Позиция номер один, иностранный документ с иностранными буквами вашей фамилии, как прописана регистрация. Позиция номер два, первая страница паспорта с вашей фотографией, которая совпадает с этой фотографией, и номера паспорта. Позиция номер три, вот эта страница, где у вас совпадает номер паспорта, один и тот же документ, и русскими буквами прописано то, что прописано. Латиницей будете указывать при заполнении позиции, при регистрации на Umbrella, когда сделаете верификацию, вы заполняете поля. Вот там вы будете указывать латинскими буквами адрес, куда вы будете получать свою корреспонденцию. Если не совпадает адрес прописки и адрес официального проживания, заполняйте тот адрес, который у вас в паспорте. Когда будете заказывать карту, будем согласовывать через e-mail дополнительно. Верификацию проходим и заполняем адрес, который у вас здесь. Я надеюсь, это все понятно. Это главная новость, которую я хотела сегодня сказать. Я благодарю всех за долготерпение. К сожалению, у меня ангина. Я с пятницы разболела, сегодня уже могу говорить, поэтому не выходила на связь несколько дней, но не было информации. Сегодня я впервые в офисе после отъезда из Португалии, поэтому узнала новости. И хочу подтвердить сейчас, Сандра здесь, подтвердила, спросила у мастеров, все, кто работали с Клаудио, все, кто работал с Мигелом, подтверждают, нас очень волнует, 28 число. Подтверждают, 28 мая, мы все ждем этот день, день выплаты нашего пассивного дохода, наших дивидендов и день выплаты работы по Umbrella. Возможно, будет чуть быстрее. Вопрос верификации. То есть нам мы уже получили вот эту возможность, сейчас мы отправляем. Компания должна очень быстро, до 20 дней, закончить проверку верификации всех партнеров. Часто повторяющийся вопрос по количеству аккаунтов, которые мы имеем. Да? У нас есть семьи, у нас есть дети, мужья, жены. Мы имеем несколько аккаунтов в ID Identification. И необходимо ли открывать аналогичный каждому аккаунту аккаунт в Umbrella? В перспективе нет. В перспективе на этом этапе, я думаю, этот этап продлится не менее полугода. У нас первый месяц, у нас лимитирован вывод. 25% монет, которые мы получили по комиссиям, мы сможем выводить на один адрес. Вот сейчас стартовый этап, 28 мая, потом начало июня, это вот эти 25%. Один адрес и разовый вывод. Вы на этот же адрес снова 25% вывести не сможете из другого кошелька. Поэтому сейчас стоит это сделать, привязку к каждому кошельку, верификацию пусть будет. Почему еще так?
больше пользователей Umbrella, больше, быстрее движение, быстрее раскручивание самого Exchange нам только на руку. Поэтому мы потрудимся с вами в помощь Umbrella. Umbrella помогает нам. Global Star Club. Возможности безграничны.